что позволило в дальнейшем неправомерно получить положительное заключение государственной экспертизы проектных сметных документаций в автономном учреждении Республики Хакасия «Госэкспертиза», вследствие чего существенно снижена функциональность радиологического корпуса по проведению пациентам качественной диагностики и лучевой терапии. В результате противоправных действий обвиняемого за счет средств республиканского бюджета оплачены работы по разработке несоответствующей контракту проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы на общую сумму более 10 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Абаканский городской суд для рассмотрения по существу.